Сегодня можно послать поздравительную телеграмму Дмитрию Медведеву. 50 лет, как-никак, а можно не посылать. Доброе утро, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет, и программа «Нам пишут». О введении в школах обучения сразу двум иностранным языкам пишет московский комсомолец. Нововведения коснутся в основном тех, кто учится в 5-9 классах. Многие российские школы просто не готовы к таким изменениям. Есть и плюсы. Школы, в которых трудились два педагога, от введения в обязательный план второго иностранного языка только выиграют. Особенно это касается сельских учебных заведений. В Алтайском крае есть школы, в которых опыт введения одновременно сразу двух и более языков уже применялся и применяется. В Алтайском крае за последнюю неделю зафиксировано 8600 случаев заболевания ОРВИ, пишет «Алтайская правда». В Барнауле заболело ОРВИ 3700 человек, что на 3% ниже эпидпорога. Можно сказать, столица края на пороге эпидемии. Осенью планируется привить от гриппа 631 тысячу человек. На настоящий день в крае поставили прививки 31 тысяча жителей. Террасирование от слова «терраса», склона, началось в Нагорном парке города, пишет «Вечерний Барнаул». Сначала в парке спилят крупные деревья, затем вырубят поросль и выкорчевывают пни. В октябре демонтируют ливневый коллектор, параллельно будут проводить охранно-археологические исследования. Старую лестницу в Нагорный парк заменят на новую. В следующем году посеют газоны, заасфальтируют пешеходные зоны и установят скамейки. Общая стоимость работ по контракту составляет 40 миллионов рублей. Пусть в нашей сентябрьской жизни будет много яблок, винограда, букв и слов. Увидимся завтра утром. Счастливенько. Целую.